Сегодня впервые открылась школа командиров, комиссаров и бойцов студенческих трудовых отрядов Чувашской республики. В выездном лагере будут участвовать более 100 человек. Минобразование Чувашии совместно со стройотрядами Чувашского госуниверситета организовали площадку, где ребята смогут подготовиться к предстоящему сезону. Из разных регионов страны приедут эксперты трудового движения, проведут лекции и мастер-классы. Участники познакомятся с особенностями работы трудовых студенческих отрядов, новыми тенденциями в развитии РСО. Два дня будущие бойцы будут совершенствовать свои навыки в строительном деле, изучать секреты профмастерства.